В музее имени Андрея Рублева открывается выставка, впервые представляющая широкому зрителю богато иллюстрированную рукописную книгу конца 17 века из частного собрания «Хождение Трифона Коробейникова». В этом редком для древнерусской литературы произведении рассказывается о путешествии в Константинополь, Святую Землю и на Синай посланников царя Ивана IV Васильевича Грозного, которые должны были раздать царскую милостыню храмам и монастырям для молитв об умершем царевиче Иване. Повествование ведется от лица одного из участников посольства, московского купца Трифона Коробейникова, который, по-видимому, состоял на государственной службе и выполнял тайную дипломатическую миссию. Это во многом загадочное сочинение было очень популярно в 17-18 веках. Сохранилось более 400 списков с него. Виртуальная выставка уже представлена на сайте музея. После снятия ограничений, введенных на время карантина, выставку можно будет увидеть в музее.